34-летний компьютерный инженер Сабри Унала из Стамбула дважды пытался остановить своим телом продвижение танков и смог выжить. В сеть попали записи с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов, на которых видно, как невысокий молодой человек отважно становится на пути танковой колонны, несущейся на полной скорости по ночному Стамбулу. Вначале он выбегает на середину дороги прямо перед 60-тонным танком «Леопард» турецких вооруженных сил, который движется на высокой скорости. Сабри бросает в сторону танка один за другим два камня, вероятно, пытаясь попасть в командира в башне, чтобы хотя бы таким способом остановить бронемашину. Когда же эта попытка не приводит к результату, Унал попросту ложится под гусеницы, чтобы заставить военных прекратить движение. Механик-водитель успевает среагировать на действия Унала и экстренно остановить многотонную машину. Это дает время Сабри перегруппироваться под гусеницами танка так, чтобы не получить травму. Командир танка, осмотрев с высоты башни дорогу и удостоверившись, что Сабри ничего не угрожает, отдал приказ продолжить движение. Танк едет дальше, и Унал встает на ноги. В этот момент по улице на высокой скорости несется второй «Леопард». Сабри вновь ложится на дорогу, чтобы своим телом блокировать движение. В этот раз водитель не был таким расторопным, и машина, даже не останавливаясь, гусеницами прошла по правой руке отважного парня. Когда танк отъехал, Унал остался лежать на дороге. К нему на помощь бросились прохожие. Они остановили проезжающую по улице легковую машину и доставили парня в ближайший госпиталь. Сам Сабри в интервью отметил, что был возмущен действиями военных, применивших оружие против собственного народа, и принял решение своим телом перекрыть им дорогу. В настоящее время жизни отважного турка ничего не угрожает. Врачи констатировали многочисленные переломы костей правой руки, и по их заключению лечение продлится 3-4 месяца.